Здравия желаю. Показываем, значит, сегодня БТГ на базе. На базе этого моторчика. То есть какие ее параметры? Значит, выход. Видите, 24. Это вход и выход. 24.2, 24.3, а это на 24, то есть на 1/2 больше у него выход. Работает он всего, вот видите, 0,5 секунды отсюда запитано. 0,5 секунды стоит, 1/10 секунды работает. Получается, в общем, хорошие показатели. Доходит до 1500 КПД у него. Как говорил, запустите это на большие обороты, на 220 переменки не вышло, так как запитывается, видите, запитывается возбуждение, вот оно. А оно на постоянке возбуждения. Вот. Ну, я говорил, две обмотки тут. Одна обмотка на возбуждение отдельно вот выведена. Вот она. Вот, значит. Один конец. Так. А вот второй. Синий. И питание тут последнее соединено. Получается выход немного больше входа, плюс работа всего 1/10 секунды, видите. А работает как будто бы не выключено. То есть потребление падает 5 раз. Потребление. То есть КПД только так вот выходит. И плюс того, что он потребляет еще 6-й раз одну, как говорится, не полностью, а всего, значит, сейчас покажу. А всего, я тут уже померил, всего. Вот они, замеры. Значит, берет возбуждение, берет 1,7 ватта, так, а само движок 4,7, хотя берет, когда напрямую подключен, 25 ватта, то есть работает как на 25 ватта, а берет 4,7 плюс одну эту самую 1,7, то есть берет 6,4. И вот смотрите, 25 помножим на 6, 123 ватта. Как будто он берет со счетчика 120, работает так, как будто он берет со счетчика 123 ватта, а он берет 6,4. Вот 123 делим на 6,4, помножаем на 100. 1920, то есть немножко подбавить еще и будет 2000. 1921 КПД. Сейчас схемку нарисую, чтобы было понятнее. Быстренько схемку. Ну, пока можно выключить, вы так увидели это, как говорится. Увидели на это самое. На его я уже гонял его сегодня полдня. Значит, вот она схемка. Вот мотор, одна катушка, ну я так рисую, как спираль. Вторая катушка,
подключено вот сюда, на выпрямитель. 1,7 ватта берет всего. Это все замеры точные, можете сами перемерять. А если рептилоиды не верят, то я не заплачу. Они ничему не поверят. Далее. Тут щетки. Щетки возбуждения. Значит, один провод с катушки верхней соединен со щеткой возбуждения, то есть соединены последовательно. А вторая щетка, а также второй конец с катушки возбуждения идет на низ, на реле. Вернее, на сначала выпрямитель 2,4 вольта. Вот выпрямитель 2,4 вольта. Так, 24 вольта. Потребление у него 4,7 ватта. Так и запишем, 4,7 ватта. Потребление мотора при такой системе 20,5 ватт. Так, а дальше здесь идет от выпрямителя реле. Так, вот реле и сеть. Реле японское сейчас вроде бы тьфу-тьфу-тьфу. Вот те все время залипали, сейчас вроде тьфу-тьфу-тьфу не залипает. 0,1 всего включено и полсекунды стоит, видите. То есть он работает 6 раз, при этом у него напряжение 24,2 даже. Чуть больше, чем 24, когда меряешь без это, без нагрузки, просто включаешь сеть, вот этот выпрямитель, ровно 24 или 24,1. Ну, то есть напряжение почти одно и то же. При таком напряжении, как было замерено, потребление 20,5 ватт у его при напряжении 24,2. То есть мотор потребляет 20,5 ватт в течение 0,6 секунды. Вот смотрите, 20,5 помножим на 6, 123. А тут видите, 1,7 ватта на возбуждение вот этой катушки, потому что то было 3 с чем-то, но раз катушка одна, я разделил, то стало меньше. 1,7. И тут 4,7 ватта. То есть в сумме будет 1,7 и 4,7, это будет 7,7, это 1,4. Вот. И 5. 6,4. Разделим на 6,4. Вот она, и помножим на 1000. Неправильно, не на 1000. Разделим на 10. На 100 помножим. 1921. КПД системы 1921. Не верите, сами собирайте и проверьте. У вас может получиться 5000, потому что у меня нету многих запчастей. Если бы я сюда подал по стоянке не 24, а 100, но я пробовал с разными примителями, этот глушит, то есть он помочь надо вот таких вот, чтоб 100. 4 штуки одинаковые, еще 3 штуки такие, одинаковые по мощности, чтобы они друг друга не глушили. А то они один глушит, и напряжение все равно падает, видите как. Поэтому надо. Или же латер, который выдает 100 вольт по стоянке. Ну, то есть, считаем, в дальнейшем это сделаю. Это, можно эти достать по дешевке. То есть, КПД 1921%.